День географа отметили биробиджанцы в минувшую субботу на городской набережной в рамках арт-проекта «Вечерний Биробиджан». Праздник этот совсем молодой. Отмечается в России с 2019 года. Дата выбрана не случайно. 18 августа 1845 года император Николай I утвердил временный устав Российского географического общества. Все направлено на популяризацию географии науки, для расширения краеведческих знаний, экологических знаний. Отдельная площадка заповедника Бастак здесь представлена. Мы хотим, чтобы о нас знали больше, чтобы вступали в ряды Русского географического общества, вместе с нами участвовали в увлекательных мероприятиях, в наших добрых и полезных делах. В свой профессиональный праздник региональное отделение Российского географического общества подготовило для жителей и гостей областного центра насыщенную программу. Выставки фотографий и рисунков родного края, мастер-классы и тематические площадки. В организации праздника приняли участие не только представители РГО, но и многочисленные друзья отделения. Так, известный в ЯО художник Владислав Цап провел мастер-класс по росписи на камнях. Темы рисунков выбрали природу. День географа, поэтому мы решили, географическое открытие, дальние острова, просто море, острова, скалы. Вот такую тему выбрали. Во-первых, это самое легкое. Все-таки рисовать деревья – это более, не то, что сложнее, это по времени долго. А вот мы выбрали именно такую тему, которая по времени человек может буквально за 5-10 минут сделать себе сувенирный камешек. Параллельно с празднованием Дня географа в рамках проекта «Вечерний Биробиджан» проходило спортивно-развлекательное мероприятие «Док-мода», в ходе которого четвероногие модели дефилировали по импровизированному подиуму. Несмотря на жаркую погоду и палящее солнце, участники и зрители стойко выдержали все неудобства. Красота требует жертв. Екатерина Кувалдина, Андрей Кирюшин, Богдан Патрин. Новости 21.